Всем привет, мои дорогие, родные, друзья, близкие. Передаю привет из города Парижу. Сейчас у нас 26 сентября 2021 года. Вот сижу на лавочке на кольце площади Трокадеро, вот напротив. Ну, там между ними, если пройти между зданиями, там такая площадка, чтобы на этот смотреть. На Эйфелеву башню, кто знает. Вот здесь такое колечко с брусчатки. Мужик какой-то на лошади сидит. Блин, лень было сходить. В общем, сижу, отдыхаю в городе Парижу. Вот, на площади Трокадеро. Всем удачи, полохмачи. Вот, даже в такой карантин по своей работе. Ребята, видите, мы умудряемся и путешествовать. То есть поехать на экскурсию в Париж, нам обошлось это 35 евро. Приехали, нас забрали с машин, отвезли в Париж, бля, утром, вечером обратно привезут. Еще экскурсию сделают. 35 евросов. Как-то так. Всем пока.